Представители правительства, а также делегации Евросоюза в Молдове открыли 9 мая на площади Великого национального собрания в Кишиневе так называемый «Европейский городок». В мероприятии участвовало высшее руководство страны, а также Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан. Поскольку мир – наш приоритет, Молдова выбирает Европейский Союз. Вступление в Евросоюз создает для Республики Молдова перспективы развития, которые предоставят нашим гражданам мирное и безопасное будущее у себя дома. Дорогие граждане, благодарю вас за возможность отпраздновать День Европы вместе с вами. День Европы – это праздник для тех, кто выступает за мир и его сохранение в Евросоюзе, выступает за стабильность и процветание на нашем континенте. В мероприятии также участвовали представители дипломатических миссий стран-членов Евросоюза. В палатках, установленных перед зданием правительства, посетители предлагали традиционные блюда и напитки разных стран Европы. Здесь же были обустроены детские игровые площадки, проводились конкурсы на общие знания о Европейском Союзе. Репортер нашего телеканала задала несколько вопросов посетителям о европейском сообществе, однако не все смогли на них ответить. Вам известно, сколько стран входит в Евросоюз? Да, 27. А когда был создан Евросоюз? Вот этого сказать не могу. Сколько государств участвовали в создании? 6 или 7? Можете их назвать? Нет, нет. Сколько стран входят в Европейский Союз? Сколько звезд, столько и государств. Если я не ошибаюсь, их 12. Когда был создан Евросоюз и сколькими странами? Разумеется, это Германия, Великобритания, Франция, Дания, Италия. Затем Великобритания вышла. Германия, Британия, Франция, Данимарка, Италия, British United Wayshit? Нет, не знаю, не скажу. Знаете, почему не... Вот вы спрашиваете... Ну, как бы вот такой более информация утила, как не интересовались, не вникали. Несмотря на заявление властей о том, что приоритетом для них является мир, в центре столицы был выставлен бронетранспортер, а солдаты национальной армии демонстрировали различную военную экипировку, которую примеряли в том числе и дети. Взобравшаяся на БТР женщина призывала пришедших на площадь стремиться в Евросоюз и участвовать в референдуме. На центральной площади наша съемочная группа встретила и министра обороны Анатолия Носатова, у которого мы, разумеется, тоже спросили, что он празднует 9 мая. Вы празднуете сегодня День Победы или День Европы? Я праздную сегодня День Европы. Поясните, почему? Потому что я так решил. Молодежное крыло политического блока «Победа» организовало в европейском городке флешмоб, обвинив власти в попытке украсть у народа суть праздника, который отмечается 9 мая. Участники акции вышли с портретами героев, павших на полях сражений Второй мировой войны, и напомнили руководителям страны об обещании на выборах не трогать День Победы. Они считают, что эти обещания не выполняются, поскольку за ношение георгиевской ленты были введены штрафы, а власти, по их мнению, пытаются стереть из памяти людей героизм солдат, павших за мир на земле, заменив День Победы на День Европы. Власти пока не отреагировали на эту манифестацию. Программа, посвященная Дню Европы, завершилась концертом, на котором среди артистов выступил и посол Евросоюза в Молдове.